В СССР отсутствовала свобода предпринимательства, свобода выбора профессии и выбора места жительства. Если Максиму Кацу отрезать голову, то она еще 2 недели будет рассказывать про свободу предпринимательства. 95% россиян никогда не были и никогда не будут предпринимателями. А еще несколько процентов из тех, кто все же будут, разорятся во время очередного кризиса. И то есть ты думаешь, что сможешь разжечь в их сердцах сожаление об отсутствии предпринимательства в СССР?